Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Суперспасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Дорогой заказчик, спасибо большое. Ребятки, слушаем трек. По глазкам твоим ты сильно скучаешь по нам. Вокруг меня миллион, дам любовь лишь тебе. Я отдам, 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 мадмуазелли. 5 звезд мы в дорогом отеле. Ее харизма меня бесит. Ведь ничто так больше в голову не лезет. Наблюдаю, словно пьеса. Ведь никто мне, как она, не интересна. Восхитительно, ребят, вот слово восхитительное. Очень красиво, ребятки. Клип классный, красивый. Молодой человек красавчик, нереальный. Музыка, текст, ребята. Девочки красивые, ребят, ну очень красиво. Очень красивый клип и вообще все классно. Это правда, но я не безобразный тип, мне нравится загадка. Меня не привлекает эти мамы Гуччи Прада. Зачем они нужны, ведь ты есть моя награда. Про нас ходят тупые слухи, они летят как духи. Ну где же ваши пруфы, аргумент мне нужен. Она психолог, она идеалист. Но каким образом я не попал в блэк-лист. Ее харизма меня бесит. Ведь ничто-то больше в голову не лезет. Наблюдаю, словно пьеса. Невысокий рост, манера необычна. Глубокими глазами проникает прямо в душу. Если ты заденешь, то я выверну наружу. Но она не рисует, выносит маски. Меня сильно ценит, прощай, я кричу. Но ее харизма порой раздражает. Там, где мы любим, мы все принимаем. Ее харизма. Ее харизма. Ой, ребятушки, какой красивый трек, да, ребятушки? Новый для нас артист. Да, слушай, не забудь про фамилию его. Угу. Мне хочется его слушать, знаешь, вообще красавчик такой, да. Голос какой, манера исполнения, одет, все с иголочки, ребятки, клип, голос, девочка красивая, музыка. Ну, ребятки, угодили так угодили, ребят, танцевала от всей души, хотела петь, ребятки. Слова не знаю. Вот ну, что запомнила? Припев, да? Немножко, ребятки, так подпевала. Ну, красивый, ребятки. Какой же он талантливый, друзья. Талант, какой да. Он талантливый. Почему я его не знала, ребятки? Спасибо Почему? Заказчику, что нас познакомил. Спасибо большое артистом. Заказчик, что ты нам посоветовал его послушать. Заказчик, спасибо тебе огромное. Это шедевр, ребят, шедевр. Мне очень понравилось, друзья. С удовольствием послушала. С удовольствием. Пока, друзья.